Черкесске стартовал ежегодный турнир по боксу в памяти заслуженного тренера России Александра Давыдова. Участие в престижном соревновании принимают спортсмены из многих регионов страны. На открытии побывал наш корреспондент Артур Мхце. Четвертый по счету турнир памяти выдающегося тренера по боксу Александра Давыдова собрал под сводами спорткомплекса «Юбилейный» в Черкесске многих именитых представителей этой олимпийской дисциплины. Один из них – бронзовый призер главного спортивного форума в Афинах Мурат Храчев. Является воспитанником опытного наставника. Было принято решение ежегодно проводить турнир памяти Александра Степановича Давыдова. Вот, в первую очередь мы хотим увековечить всеми возможными способами его неоценимый вклад в развитие спорта и бокса в Карачаево-Черкесии. Вот, поэтому мы один из таких способов – это проведение ежегодного турнира памяти Александра Степановича Давыдова. Есть люди, которые и после смерти остаются значимыми величинами. В боксерском мире быть воспитанником заслуженного тренера России Давыдова – своего рода знак качества. Причем для многих ребят Александр Степанович был не просто наставником, но и вторым отцом, который помогал ребятам советом и делом стать настоящими людьми. Александр Степанович для меня в жизни является, по сути, вторым отцом, потому что, когда я начал боксом заниматься, отца моего не было в живых. И эту роль в моей жизни занял тренер. Я очень много оставался у него дома. То есть наши отношения не только тренировочного процесса касались. По сути, это было полное воспитание. Он воспитал меня как второго сына. Когда в 2019 году Александра Давыдова не стало, ученики решили увековечить его имя организацией крупного боксерского турнира. Помогли и власти региональной столицы, при непосредственном участии которых соревнования проводятся столь масштабно. Александр Степанович – большой буквы тренер, педагог, который воспитывал детей наших. Сейчас продолжают этот путь его воспитанники, который в первую очередь прививал правильное воспитание. Я хочу, чтобы подрастающее поколение равнялось на эти принципы, росли по тем девизам Александра Степановича. Чтобы, детки, все те мечты, которые у вас есть, те надежды, чтобы они у вас исполнились. Для большинства боксеров первый день турнира памяти Александра Давыдова стал своего рода ознакомительным. На ринг в основном выходили представители легчайших весовых категорий с небольшим числом претендентов на медали. Впрочем, и здесь были радость от побед и слезы горечи. Через что-то подобное много лет назад проходили те, кого сейчас считают элитой бокса Карачаево-Черкесии. И у новых поколений спортсменов все еще впереди, тем более, что есть на кого ориентироваться и чьими достижениями республика по праву гордится. Артур Мхце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия.